Всем привет! Today I created a complete mess in my house so I could teach you some words using the objects around me. I have some big objects on my right side and some little one on my left. So stay here and you learn new words and see how they're used in the sentence. I'm going to use the same construction for each word so you'll remember it. And it's gonna be I need something to or I need something in order to. Let's start and you'll get it from the first example. Это телефон. Это телефон. Мне нужен телефон, чтобы звонить друзьям. Мне нужен телефон, чтобы звонить моей маме. Мне нужен телефон, чтобы работать. Это чай. Это зеленый чай. Мне нужен чай, чтобы пить чай мне нужен чай, чтобы чувствовать себя классно. Мне нужен чай, чтобы пить его по утрам. Чай. Это книга. Это книга. By the way, don't say this phrase in America. It doesn't sound good. Мне нужна книга, чтобы читать. Мне нужна книга, чтобы читать по вечерам. Мне нужна книга, чтобы учиться. Это кепка. Мне нужна кепка, чтобы гулять. Мне нужна кепка, чтобы гулять летом. Мне нужна кепка, чтобы защитить глаза от солнца. Мне нужна кепка. Это ложка. Это деревянная ложка. Мне нужна ложка, чтобы мешать еду. Мне нужна ложка, чтобы готовить. Готовить завтрак, готовить обед, готовить ужин. Это нож. Мне нужен нож, чтобы готовить тоже. Мне нужен нож, чтобы резать овощи мне нужен нож, чтобы резать мясо. Нож. Это ножницы. Мне нужны ножницы, чтобы резать бумагу. Мне нужны ножницы, чтобы готовиться к урокам. Мне нужны ножницы, чтобы открывать печенье. Ножницы. Let's move to some bigger objects. Это кофе. Это кофе. Мне нужно кофе, чтобы пить по утрам. Мне нужно кофе, чтобы чувствовать себя энергичной. Мне нужно кофе, чтобы чувствовать себя хорошо по утрам. Кофе. Это полотенце. Это полотенце. Мне нужно полотенце, чтобы вытирать руки. Мне нужно полотенце, чтобы вытирать лицо. Мне нужно полотенце, чтобы вытирать тело. Это миксер или блендер. Это блендер. Мне нужен блендер, чтобы делать сок. Мне нужен блендер, чтобы делать милкшейк. Мне нужен блендер, чтобы делать лимонад. Мне нужен блендер. Это подушка. Мне нужна подушка, чтобы спать ночью. Мне нужна подушка, чтобы чувствовать себя комфортно. Мне нужна подушка, чтобы ложиться на нее. Это лампа. Мне нужна лампа, чтобы записывать видео. Мне нужна лампа, чтобы делать макияж. Мне нужна эта лампа, чтобы было светло. Лампа. Это спагетти. Мне нужны спагетти, чтобы готовить. Мне нужны спагетти, чтобы готовить итальянский ужин. Мне нужны спагетти, чтобы было вкусно. Это утюг. Мне нужен утюг, чтобы гладить одежду. Мне нужен утюг, чтобы гладить рубашки. Мне нужен утюг, чтобы гладить штаны. Утюг. Это настольная игра. Мне нужна настольная игра, чтобы играть с друзьями. Мне нужна настольная игра, чтобы играть с семьей. Мне нужна настольная игра, чтобы было интересно и весело. Настольная игра. На стол. On the table. Это деньги. Мне нужны деньги, чтобы покупать еду. Мне нужны деньги, чтобы покупать одежду. Мне нужны деньги, чтобы чувствовать себя безопасно. Деньги. О, наличка. Cash. Это блокнот. Мне нужен блокнот, чтобы писать заметки. Мне нужен блокнот, чтобы работать. Мне нужен блокнот, чтобы писать свои мысли. Блокнот. Это кошелек. Like the word cash. Это кошелек. Мне нужен кошелек, чтобы хранить в нем деньги. Мне нужен кошелек, чтобы хранить в нем карты. Мне нужен кошелек, чтобы покупать продукты. Кошелек. Это очки. Мне нужны очки, чтобы читать. Мне нужны очки, чтобы хорошо видеть. Мне нужны очки, чтобы учиться. Очки. А это солнечные очки или темные очки. Мне нужны темные очки, чтобы гулять. Мне нужны темные очки, чтобы защитить глаза от солнца. Мне нужны темные очки, чтобы чувствовать себя комфортно на улице. i grabbed the things from the whole apartment and i hope it's not for no reason let me know in the comments if you learned some words or if you already knew all of them also you can make a sentence now i have something to or i have something in order to this is the construction you can use with any object you can write such sentence in the comments and i'll check it if it's correct or not as a suggestion you can continue the sentence Мне нужен канал blind school чтобы... and i'll be interested to know what is your main reason of watching my channel you can support me in the website coffee me get me a cup of coffee it would be very much appreciated also let me know if you liked such format of the video so I would know and make more of it. You can just leave emoji in the comments this way I'll know that you enjoyed this video and that I should make more similar ones. I'll see you in the next videos. Pakapaka.